Завтра выйдут десятки, сотни тысяч, жизнь всей страны изменится сразу. А она сейчас меняется как бы немного, но даже эти изменения, которые вы сейчас видите, и то, что какие-то пособия вам еще выплачивают, это благодаря тем, что эти люди борются. Даже немногочисленные активисты-матери выходят, устраивают акции протеста, это тоже влияет на власть. Не влияет только тогда, когда мы все молчим. Если 1 миллион человек будет жертвовать каждый месяц хотя бы 500 тенге каждый месяц, до тех пор, пока мы не победим, пока не сменим режим, это всего лишь, ну не то что, а целых 500 миллионов тенге. Это порядка чуть больше 1 миллиона долларов. Но для человека любого, 500 тенге это небольшие деньги, для всех, для любого, для многодетных семей и так далее, 500 тенге для каждого человека это небольшая сумма. Но когда эту сумму пожертвуют миллионы, вот мы говорим о бюджете 1 миллион долларов в месяц. Что можно сделать? Это значит, активисты по регионам, они могут не переживать. Собрав эти средства, мы можем обеспечить финансирование их семьи, даже если их задержат, арестуют. Мы можем финансировать их адвокатов. Мы объявляем счета жен тех активистов, которые пострадали, их семьи остались без поддержки своих мужей. И мы этими средствами хотим просто помочь людям выжить. Мы объявили счета, на котором мы объявляем сбор средств